Всем привет, наши дорогие любители Крыма и путешествий! Привет. И сегодня мы вам будем рассказывать, как выглядит вечерний, предновогодний Симферополь, столица Крыма. На площади Советской есть вот такая красивая инсталляция. Мы уже снимаем ее каждый год. Ну, прибавляется только новая цифра последняя. И смотрите, меняется. 2022. Ну, мы не одни снимаем здесь про Симферополь. Смотрите, любимый блогер многих россиян Алексит. Всем привет, ребят, всем привет. Проторчал час здесь, чтобы включилась иллюминация. Подписывайтесь на Александра канал. Сейчас мы немножко выключимся. Саша поснимает для вас. Хочется поздравить всех с наступающим Новым годом от Александра. Правильно, да, Александр? Ребята, всех с наступающим. Всех, всем добра, бобра и позитива. От Ирины Александровны. Всем здоровья. И от меня за кадром. А сейчас Ирочка пройдется, покажет вам и расскажет, как выглядит эта красота. Здесь действительно очень красиво. Эти цифры большие создают праздничное настроение. А дерево укутано гирляндой. Посмотрите. И, ну не знаю, капельки, наверное, это. Вместо снежинок капельки. И кинотеатр «Симферополь красавец». Мне нравится. Пишите свои комментарии. С площади Советской мы плавно переместились. Ну так, не спеша, плавненько дошли к самому, не самому, при самому центру Симферополя, к улице Карла Маркса. И будем вам показывать, как она выглядит, сверкает. Идут последние предновогодние хлопоты. До Нового года осталось 6 дней с какими-то там часами. Александр снимает движение по улице, как машины едут. Ему это нравится. Он любит снимать, когда едут машины, он любит снимать все свои поездки, дорогу. Очень много людей гуляет в центре города. И вот так вот на затравочку, смотрите, как красиво выглядит одна из центральных улиц города Симферополя, улица Карла Маркса в предновогодней раскраске. Ирочка, тебе нравится? Мне здесь очень нравится. Настроение новогоднее. Ну вот был снег, растаял, вот не хватает снежка для полной картины новогоднего настроения. И мы вместе с вами идем гулять и смотреть. Вы только посмотрите, какая красота. Людей действительно много гуляет. Эти деревья как красиво украшены. Посмотрите, каждая веточка обмотана гирляндами. И шарики желто-красные. О, и каждый стол украшен короной. И не знаю, это корона? Наверное, корона, да. Коронованные столбы у нас. Коронованный Симферополь в год коронавируса. Ребята, ну мы не о коронавирусе. Чего не хватает? Могу сказать сразу, чего не хватает. В прошлом году были гирлянды, и небо практически не было видно. Вот не хватает этих светящихся гирлянд. А так в целом, ну конечно, прекрасно. Красиво же, мне тоже очень нравится. Сейчас перед Новым годом в городе проводится конкурс среди предприятий на лучшее украшение своих витрин. Да, некоторые магазины украсили свои витрины, некоторые магазины поленились это сделать. И мы уже вплотную дошли к пересечению улиц Пушкина и Карла Маркса. И здесь стоит первая инсталляция. Вот такой вот шар в снежинках. Люди любят фотографироваться здесь, играют уличные музыканты. Инсталляции зажглись совсем недавно, буквально минут 20 назад. Но это прекрасное место для фотосессии. Вы только полюбуетесь, как все это красиво выглядит. Все это светится. Да, эта инсталляция, конечно, не новая. Она была и в прошлом году. Но ее подновили. Возможно, поменяли светодиоды. Но выглядит, конечно, классно. Еще раз повторюсь, не хватает снега в городе. Александр, что вы скажете, вам нравится, как украшен город? Да, симпатично, очень симпатично. Не хватает снежка, как я говорил. Снега, да. Был бы снег, было бы вообще короче. А ты ждешь пройти через шарик новогодний? Хочу изнутри поснимать, да. Да, а я хочу через него тоже пройтись. Вот сейчас Саша поснимает немножечко. И я после него пройдусь через шар. Давайте вот так вот. И
мы продолжаем гулять по новогоднему Симферополю, точнее по предновогоднему Симферополю. В этом году на улице Пушкина деревья украсили вот такими светодиодными гирляндами. Ну, действительно красиво все это выглядит. Какая улица красиво получилась, это супер. Ждем от вас комментариев, как выглядит Симферополь, понравилось вам или нет. Все новые зрители, пожалуйста, подписывайтесь на канал. И мы уже видим главную елку города Симферополя. Сейчас в этом году она стоит не на площади Ленина, потому что она на реконструкции, а стоит она на пересечении улиц Горького и Пушкина. Ну, действительно, люди здесь гуляют, преимущественно гуляет молодежь. Вот такой розовый конь сидит, отдыхает. Два коня. Розовый и коричневый конь. Это аниматоры. Ну, конечно, выглядит классно. Люди стоят в очереди за различными бургерами, кофейком, выпечкой. Возле одного из магазинов, посмотрите, стоит снеговик. Привет, снеговик. Красиво и много-много елочек украшенных. Хотим пожелать вам в новом году самое главное здоровья, счастья, удачи, любви. Любви, побольше денежек. Я бы вот так кратко пожелал бы здоровья и денежек. Остальное все добудем, купим, найдем, вырвем из лап капиталистов. И все у нас будет супер. Да, это точно. Чем ближе к елке, тем больше и больше людей. Играют различные уличные музыканты. Там играл музыкант на этих, как она, сопилка, свирель. Здесь же на гитаре. Очень много молодых людей, молодежи. Кто-то снимает на видео, кто-то подпевает. Будут танцевать, я уверен. И вашему взору открывается новогодняя елка Симферополя. Это главная елка Крыма. Кто-то может сказать, что в Ялте или в Евпатории, или где-нибудь еще елка будет выглядеть красивей. Но в Симферополе ставят главную елку Крыма. Какая же она красивая елка, когда горит, сверкает. У меня просто фейерверк эмоций. Пишите обязательно комментарий, вам нравится или не нравится. Людей здесь действительно намного больше, все смотрят, любуются. И давайте вместе с вами обойдем вокруг новогодней елочки и загадаем, конечно же, желание. Каждый уже может загадывать. Ну, а шампанское вы нальете под звон курантов и вспомните свое желание. На улице Горького, рядом с новогодней елкой, открыт рождественский базар. Выставлены вот такие небольшие павильончики. Люди сюда приходят, покупают различный новогодний товар. Шарики, дождик, различную новогоднюю мишуру. Также набор для безобрезного маникюра, педикюра. Я сюда так вычитал. Различные игрушечки, пояса из собачьей шерсти, носочки. Ну, как всегда, всего много. Шапки новогодние. Их, я думаю, раскупят через пару дней. Останется совсем мало. Также различные именные ложки. Ну, все, в принципе, как всегда. Чуть дальше. Конфеты, шоколадки. Ну, базарчик небольшой. И уже идем, подходим к цирку симферопольскому. Улица Горького в этой части, конечно, слабо освещена. Конечно, я думал, что больше нарядят Симферополь, честно говоря. Нарядили хорошо, но могли бы здесь тоже побольше нарядить. Но в этом году лучше нарядили. Лучше нарядили. Лучше, потому что Пушкина в том году была практически пустая, не наряженная. Да, ну не хватает гирлянд на Карла Маркса, вот этих классных гирлянд, да, не, да, хватает, да, конечно. Да, подвесных. Сегодня мы вам показали, как выглядит предновогодний Симферополь. Надеюсь, видео вам понравилось. Пишите в комментариях, понравилось или нет. Обязательно пишите. Также обязательно посмотрите видео Саши. Ну, оно будет своеобразное, оно будет не такое, как у нас. У нас не длинное, у Саши более такое обширное. Подробное. Подробное видео, да, он сегодня долго-долго снимал. Подписывайтесь обязательно на Сашин канал, он уже убежал, на наш канал. Пишите много комментариев, репостите наше видео и подписывайтесь на все, что найдете в описании. Любая активность приветствуется. Все, ребятки, город посмотрели, Симферополь предновогодний. Всем пока. Счастья вам. С наступающим. И до встречи в следующих выпусках. Да.